Бизнес-идеи для села. Здравствуйте. Бизнес-идеи для села иногда появляются очень неожиданно и спонтанно. В моем случае они лежат прямо на поверхности грунта. Но если быть более точным, то идеи для бизнеса начали попадаться на уровне минус 1,3 метра от поверхности грунта. Что же я имею в виду? Вы, наверное, уже знаете, что мы стали обладателями дома на берегу реки и занялись строительством бани. Естественно, что на момент стройки никакие бизнес-идеи для села нам и не лезли в голову. И вот на каком-то из этапов мы начали копать погребную яму и на глубине 1,3 метра наткнулись на очень плотный слой чистейшего карьерного песка. Я не призываю в качестве коммерции использовать запрещенные к продаже недра государства, но подумать в этом направлении можно. В нашем случае земляные работы получили очертания в виде экономии на строительных материалах. Вы только подумайте. Выкопав около 4 кубов сильно спрессованного песка, мы получили около 8 тонн строительного материала. Даже если бизнес-идеи для села и выглядят несколько иначе, то нам было очень приятно за сутки сэкономить $120. Ну а если продолжать рассуждать в направлении бизнеса в селе, случайно обнаруженной нами тематике, важно получить следующие цифры. При строительстве входного погреба мы получим песка на сумму от 1 до 4 тысяч долларов в зависимости от размера строительства. Если планировать реализовать бизнес-идеи для села при строительстве цокольного или подвального этажа, то мы получим изъятого песка на сумму почти 6 тысяч долларов с каждой сотки земли нашей застройки. Ну а если же ваши бизнес-идеи для села будут реализовываться добычей песка при строительстве пруда на своем участке площадью, скажем, в 10 соток, то можно рассчитывать на получение песка на сумму от 40 до 100 тысяч долларов в зависимости от глубины водоема. Еще раз повторюсь, что я не рекомендую использовать подобные коммерческие идеи для села без получения квалифицированной юридической консультации. Данные бизнес-идеи применимы для нашего земельного участка или участка со схожей геологией. Подобные идеи на основе изъятия из грунта строительных материалов посчитаны без учета стоимости работ, ручных или механизированных. Спасибо за внимание.